Всем привет! Решила вам показать набор от принцессы Милоежки, куда входит 25 сортов по 200 грамм, более подробно. Взбитые сливки. Жирненький сорт, хрустящий, вкус побелочки и такой, знаете, побеленной стены свежей. Следующий у нас радуга. Первый раз, когда я заказывала радугу, она мне приходила такого темно-темно-серого цвета, прям глинистая была очень. Это нет, плотненькая, жирненькая, сливочная, классная. Подробные обзоры на эти сорта у меня скоро выйдут. Будут и на стене, и в Ютубе, и в Телеграме, и везде. По каждому сорту буду снимать обзор. Старый оскол, мягко-песочный, сухой сорт. Прям побелка-побелка. Кто любит побелочные меловые вкусы, вам зайдет. Пастила. Моя любимица. Сухой сорт. Стающий крупинкой до конца. С классным вкусом свежести. Меловым. Побелочным. Плюс пастилы. Хоть это и сухой сорт, но она отлично хрустит. Так, следующий сорт у нас с вами. Нежный. Очень мягкий, сухой, комфортный, практически без крупинки. Крупинка тает в такую нежную кашицу в конце. Очень классный сорт, я его люблю. Шервуд, жирный сорт, плотный. И вот чем мне нравится шервуд, в нем есть молочность, такая сливочность. Так, следующий сорт у нас с вами. Честер. Честер пришел вот такой вот структуры. Он кудрявый. Это свойство зимнего мела. На вкус такой, знаете, его когда откусываешь, он как воздушный рис разлетается. Тоже классный сорт. Молочный, сливочный, побелочный, плотный, хрустящий. Так, следующий у нас с вами. Новый оскол от Этери я люблю. Он пришел мне светленький, хрустящий. Все как я люблю. Меловой побелочный вкус. Так, следующий у нас с вами князь Милоежка. Князь Милоежка тоже пришел как какие-то кусочки плотные, какие-то вот такие вот воздушные, кудрявые. Пришел жирненький. Такой хорошей крупиночкой, которая тает в конце. Вкус бетонно-сливочный такой. Интересный. Так, следующий. Белая гора. Классика. Классика, меловая классика. Для меня это вкус сухой извести, меловой, пыльный. В общем, классический мягкий сорт. Сухой. Следующий у нас бусинка. Бусинка меня в этот раз удивила. Она жирненькая, хрустящая, с хорошим таким вкусом бетонных стен. И такой вот, знаете, свежепобеленной стены. Хорошо хрустит, плотность хорошая. Так. Зимняя сказка. Тоже жирненький сорт. Но я бы не отнесла его прям к жирным сортам. Для меня это полужирный сорт. С крупиночкой, которая вначале ощутимая, а затем она в такую кашицу такую растворяется. Так, зефирка. Зефирка моя любимица. Сухой сорт, имеет мягкий хруст. Вкус меловой, мокрой извести, свежести. Классный. Так, айсберг. Как по мне, у айсберга ощутимая крупиночка. Прям ее чувствуешь. Плотненький сорт, хрустящий. Кто любит крупиночку, это вам позайдет. Весенний. Весенний в этот раз пришел мне темненький. Для меня вообще весенний всегда был таким, знаете, сухим сортом. Но в этот раз пришел жирный. Жирный сорт. Хрустящий. Структура кудрявая. Бить глыбы кудрявой структуры очень-очень сложно. Они разлетаются просто в крошку. Так, следующий у нас с вами. Что это у нас? Аппетитный.
Аппетитный, мягкий сорт. Аппетитный, мягкий, сухой сорт. Хорошо откусывается, глухо хрустит. Крупиночка практически незаметная. Классно. Севрюкова, классика. Вот смотрите, насколько он мягкий сорт. Вот чуть-чуть это, и он начинает крошиться. Классический, очень мягкий, любимчик многих, Севрюкова. Так, следующий у нас с вами. Губкин. Для меня, как по мне, это мягкий песочный сорт. У него крупиночка, она не как песок, но вначале она такая слегка песочная, затем уже он растворяется в такой нежный-нежный кремушек. Вон сколько уже красоты. Так, следующий сорт у нас с вами велюр. Велюр сухой, мягкий сорт. Очень, ну, вначале сушит рот, затем растворяется с мягкой крупиночкой в такое нежное молочко. Вкус классический, побелочно-меловой. Тоже вот Севрюкова, Белая гора, Губкин, аппетитный. Вот я бы все отнесла туда. Нежный, зефирка и пастила нет. Так, Васильполье. Жирный, классным вкусом свежести, побелочки, бетонной мокрой стены. Обожаю. Метель. Метель тоже жирный сорт, достаточно. Тоже пришел, видите, какая структура кудрявая. Очень много с этой партии пришло кудрявого мела. Жирная, как вам сказать, хрустящая. Откусывается от небольших кусочков легко, от больших с усилием уже пойдет. Так, следующее. Премиум. Премиум меня удивил. Насколько я знаю, что премиум бывает твердый, плотный, этот нет. Плотность хорошая, откусывается как бы легко, по крайней мере для меня комфортно. Но у него хорошая плотность, и он хорошо хрустит. И вкус вот схож с пастилой. Ну, как по мне. Свежесть, побелочка, меловой, пыльный. Классный. Очень понравился мне. Так, следующий у нас с вами. Антарктида. Не входит в список моих любимчиков. Тоже для меня крупинка у нее грубоватая. Сухая известь. И вот как хрустит, мне нравится. Плотность хорошая, хрустит хорошо. Так. Красавица, мечта. Имеет железистые вкрапления. Тоже пришла. Видите, я специально положила, чтобы была структура видна. Тоже пришла кудрявая очень. Хрустящая, жирная, с хорошей крупиночкой. И, так скажем, заключительный сорт дачный. Дачный меня удивил. Дачный я не люблю. Вернее сказать, не любила. Я пробовала дачный года 3 назад. Это был голимый песок лично для меня. Этот дачный больше, он песочный, но он мягко песочный. Он с чем-то схож с чернянкой. Крупиночка не грубая, не шершавая. Очень приятная. Хотя и песочный сорт. Вот такая красота у нас с вами получилась. Вот такой наборчик. Уже собранный. Кто хочет себе купить, приобрести для себя такой наборчик, пишите мне в WhatsApp, либо в Telegram, либо ВКонтакте. Всем спасибо. Всем пока-пока.